Хрустальными обычно называют тойчиков, чихуахуа, потому что у них хрупкие косточки. Но к нам попали два щенка с диагнозом гиперпаратиреоз. Это нарушение кальцио-фосфорного обмена. Черненького щенка назвали Икс, маленький мистер Икс. Кроме этого страшного диагноза, у него еще застаревший, сросшийся перелом. Очень жаль, когда такие малыши так тяжело больны и должны быть ограничены в движениях. Сколько вес такой? Делать всю клинику до смерти. По поводу данного снимка. Это не качество снимка плохое, это качество костей у собаки крайне плохое. Вот. У него элементарный гиперпаратиреоз. На фоне этого гиперпаратиреоза вот здесь вот перелом застарелый уже. Кости прозрачные, они абсолютно одинаковые по рентген-плотности с мягкими тканями. Лучший снимок у нас не получится сделать просто, чисто физически, потому что собака хрустальная. Вес у малыша 5 килограмм. Это хорошо, потому что он очень хрупкий. Врачи оставляют надежду на выздоровление. Как вы видите, его выпускают побродить по клинике, и все относятся к нему очень бережно и доброжелательно. Его нужно перевести на корма и ограничить пока что движение на 3 недели. Вот. Корма желательно, чтобы были премиум или супер премиум класса, хотя бы в течение 3-4 месяцев, чтобы все это восстановилось. Потом можно подешевле. Этим щенкам, конечно же, нельзя в приют, потому что за ними нужен особенный уход. Контролировать питание и ограничения в движениях. Казалось бы, малыши, им прыгать, доскакать, играться, а нельзя. Питание премиум класса, конечно, нам не по карману тоже. Но что делать? Это единственный шанс им выздороветь. И, конечно, мы надеемся опять на вашу помощь. Кошку с травмированным носом назвали Валенсия. Это не просто травмированный нос. Это оказалось очень серьезное инфекционное заболевание. Называется криптококоз. Местное лечение не дало никаких положительных результатов, хотя действовали по предписанию врачей. Кошку отправили к Баркову на лечение. Что мы хорошо?